Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, христианство является самой крупной мировой религией как по численности приверженцев, так и по распространенности. В каждой стране мира есть хотя бы одна христианская община. Сегодня все большее число христиан, измеряемое миллионами, подвергается преследованиям, издевательствам, дискриминации, становятся жертвами бесчеловечных расправ. Речь прежде всего идет о Ближнем Востоке, колыбели христианства и в целом человеческой цивилизации. Этот регион захлестнула волна экстремизма. Резко усилились противоречия межконфессионального, межцивилизационного характера. Нормальная жизнедеятельность и само существование многих религиозных общин поставлены под угрозу. С самого начала так называемой «арабской весны» Россия призывала не отдавать процессы перемен в регионе на откуп религиозным экстремистам. Выступала за урегулирование кризисов политико-дипломатическими средствами, за продвижение назревших реформ через общенациональный диалог, поиск мира и согласия между всеми конфессиональными группами, включая различные течения ислама и христиан. Драматичная ситуация сложилась в Сирии, которой исторически были присущи полиэтничность и многоконфессиональность. В этой стране действовала уникальная модель мирного, взаимоуважительного сосуществования различных религиозных общин. В результате попустительства экстремистским силам, которых пытались использовать в борьбе против режима Башара Асада, этот уклад разрушается. Разгул на территории Сирии и Ирака террористических группировок, объявивших о создании так называемого халифата, сопровождается разрушением десятков христианских храмов, включая древние святыни, массовым исходом христиан. Целые города, как, например, Мосул, фактически полностью лишились традиционного христианского присутствия. На землях халифата джихадисты творят ужасные преступления, силой насаждают мракобесие. Христиан, в том числе священнослужителей, убивают, сжигают заживо, продают в рабство, грабят, вытесняют с родных земель, захватывают в заложники. Неделю назад боевики из так называемого исламского государства, которое на самом деле никакое не исламское, и ему не будет позволено стать государством, увели в неизвестном направлении 150 христиан-ассирийцев на северо-востоке Сирии, осквернили и разрушили две церкви. Трудно подобрать слова для реакции на зверское убийство 21 египетского христианина копта, совершенное месяц назад в Ливии. В подобных преступлениях усматриваем все признаки геноцида по смыслу конвенции 1948 года. Исход христиан из ближневосточного региона – это процесс, который может иметь самые негативные последствия в плане его влияния на структуру арабских обществ и на сохранение исторического и духовного наследия, значимого для всего человечества. Убежден, что следует умножить усилия с целью прекратить преследование христиан, как и приверженцев любых других религий. Общей задачей должно стать объединение усилий для борьбы с экстремизмом и терроризмом в регионе Ближнего Востока и Севера Африки. Важные шаги в этом направлении сделаны с принятием серии резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе резолюции 2170 и 2199. Но решающее значение будет иметь наша совместная способность на практике надежно перекрыть любые каналы поддержки террористов, включая ИГИЛ, Джабхат ан-Нусру и им подобных, задействуя созданные в Совете Безопасности механизмы. Не менее острая задача – не позволить джихадистам завладеть умами и душами молодых людей, вербовать их в свои ряды. Поддерживаем инициативы христианских и мусульманских лидеров в регионе, направленные на то, чтобы единым фронтом выступить против попыток экстремистов любых мастей осквернять и извращать высокие нравственные принципы великих мировых религий. Еще один вывод из трагических событий на Ближнем Востоке заключается в том, чтобы раз и навсегда отказаться от искушения делать судьбы целых народов заложниками геополитических амбиций, реализуемых путем грубого вмешательства в дела суверенных государств. К огромному сожалению, христиане подвергаются гонениям не только на Ближнем Востоке. Не могу не сказать об Украине, где вслед за антиконституционным переворотом была развязана братоубийственная война,
в ходе которой национал-радикалы взяли курс на нагнетание межрелигиозной розни. Уничтожаются православные храмы и монастыри. Священники и верующие подвергаются запугиваниям и издевательствам. Только на юго-востоке Украины 10 храмов полностью разрушены, еще 77 нанесен серьезный ущерб. 3 православных священника убиты. Многие священнослужители сбежали в Россию, спасаясь от угроз со стороны экстремистов. Не могу не упомянуть и о проблемах, испытываемых христианами в ряде западных государств, где почему-то стало считаться неполиткорректным обозначать принадлежность к христианской религии и начинают даже стесняться христианских ценностей, составляющих основу европейской цивилизации. Набирает силу агрессивный секуляризм. Размываются понятия морали и традиционной национальной, культурной, религиозной идентичности. Множатся случаи вандализма и осквернения церквей и храмов, святых мест, кладбищ, христианских символов. Верующим все сложнее открыто отстаивать свои убеждения. Уроки истории свидетельствуют, что отказавшиеся от своих нравственных идеалов цивилизации утрачивают духовную силу. Все мы должны помнить об этом, особенно в нынешнем году, когда отмечается 70-летие Великой Победы во Второй мировой войне, унесшей десятки миллионов жизней людей всех национальностей и вероисповеданий. Наш общий долг – ради будущих поколений не предать подвига победителей, бескомпромиссно противодействовать попыткам разжигания вражды и ненависти. Огромную роль призваны сыграть усилия по защите ценностей всех мировых религий, носителей общего наследия человечества. Приветствуем деятельность ОБСЕ, где уже состоялись конференции по противодействию исламофобии и антисемитизму, и где готовится еще одна по проблеме христианофобии. Призываем повысить внимание к этим вопросам со стороны ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, в том числе в рамках диалога цивилизаций. Убеждены, что свой вклад должен внести и Совет по правам человека. Рассчитываем, что сегодняшнее заседание станет важным этапом в мобилизации коллективных усилий мирового сообщества на защиту прав верующих и религиозных ценностей. Спасибо за внимание.